колени мои все перед тобою, и перед величием твоим я преклоняюсь. И да пребудешь ты всегда со мною, я перед волею твоей святой всегда смиряюсь. Прости меня, мой Господин, мой Бог, я так мала и так не смела, но в твой божественный чертог через молитву вознестись сумела. Ці вірші написала Ксюша Паливода, коли їй було 9 років. Дитячий церебральний параліч з народження позбавив її багатьох життєвих радощів. Вона ні разу не зробила шага по землі. Ні разу не було у неї упору на ноги, почувствовать движение, ходьба, біг, танці. Этого нічого не було. Ми могли тільки во сні видіти, як вона прыгає, скачет, танцует, играет в мяч, в класики. А на самом деле, конечно, вона все время лежала. Але вона мала глибоку віру. Нині Ксенії вже 19. З нею я познайомилася у Києві, в Інституті травматології, куди вона приїхала з мамою Аллою, щоб пройти надзвичайно складний і тривалий курс лікування. Це було особливе знайомство. Творець благой, премудрий, вічний, тебе, що дышит і живе, в восторге радости сердечной, хвалу немолчную поет. Тебе свято благоухание, простор полей шум леса. Ніколи б не подумала, що ця дівчинка лише кілька днів тому перенесла надзвичайно складну операцію на суглобах. Її слабке тіло було в гіпсі, але мужню, терплячу душу не скував ні гіпс, ні біль, ні очікування наступної, не менш складної операції. Вона була сповнена внутрішнього спокою і надії. Тебе молюсь я з упованням, я малое дитя землі, безсмертная твоїм диханням, і ти моїй хвалі внімлі. Що давало їй сили? Господь дає мені сил. Дає мені сил і молитва дає мені сил. А про що ти мрієш? Бути корисною другим людям, піднімати настрій, допомагати тим, в кого депресія, там, хто переживає труднощі. А в тебе буває депресія? Ні, все добре. Завдяки молитві і ще псалми допомагають. Вірші з Біблії, котрі на пам'ять чу. Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися. Он покоїть мене на злачних пажитях і водить мене к водам тихим. Підкріпляє душу мою, направляє мене на стези правди ради імені своєго. Мені не віриться, що вже так багато років пройшло з того моменту, коли вона родилась. Коли нам сказали, какой у нас диагноз, детский церебральный паралич, однозначно ребенка ходить не будет, двигаться не будет. Сказали, что надо ее определить в спецучреждение. Мы на семейном совете решили, что она будет жить в нашей семье. Мой сын, которому было тогда 14 лет, первый сказал, нет, она наша, она будет жить в нашей семье, она наша. То есть мы ее приняли вот такую, как она есть. Она все понимает, она обо всем размышляет, с ней хорошо общаться. То есть вот эти все 19 лет мне Господь подарил общение с ребенком, которому все интересно, который любит. Любознательный, отвечает любовью на любовь. Вместо «доброе утро» она может мне сказать «мамочка, тебя люблю», еще не раскрыв глаза. И это здорово. Ты мрієш встати на ноги? Так, и займатися спортом. Плавати, бігати, шахмати грати, в настільні ігри. Так. Я дуже люблю плавати. Я плаваю, плавала в морі, коли була можливість. Ми... Вся сім'я у нас плаває, я і мама. Так. Ми плавці. Эти 19,5 лет, они не были, конечно, простыми, потому что когда этот диагноз поставили, и мы осознали, что у нее будет совершенно другая жизнь, не такая, как у детей других, то были всякие моменты. Были моменты, когда просто казалось, что земля со своей оси слетела, ребенок взрослел, и болезнь прогрессировала.
мы могли поехать и погулять по набережной, и в церковь приехать, и везде могли на коляске. А когда уже у нас легла, все приостановилось. И нужно было принимать решение, нужно было что-то делать, и нужно было не сидеть на месте, а как-то помочь ей подняться. Были какие-то усилия, какие-то методы лечения, какие-то поездки, какие-то встречи с врачами. Мы видели, что можно помочь, есть результат. Нельзя просто сидеть и сложить руки и вот думать о том, что вот как нам нехорошо и как нам себя жалко. Ни в коем случае нельзя себя жалеть. Все равно вот у Бога есть для нас решение. Бог любит нас, Он благ. Он все делает для того, чтобы мы были счастливы. И даже в такой ситуации, как у нас. Так мама с донькою опинилися в Києві. Ми приїхали в Київ на 2 дні на консультацію. Но так получилось, что мы вот попали в отделение травматологии и ортопедии Института Академии наук Украины. Вот, и остались здесь на оперативное лечение. У нас на фоне детского церебрального паралича врожденный вывих сустава. Поэтому очень сложно лечить одновременно оба заболевания, потому что методика лечения одного практически исключает методику лечения другого. И ситуация, конечно, очень сложная. И мы попали в институт и попали в такую теплую обстановку, в такой вот неравнодушный коллектив, который очень внимательно к нам отнеслись, приняли нас, прооперировали. Мы им очень благодарны за их лучшую. За їх знання, за їх уміння. Близьких знайомих на той час у них у Києві не було. Але Господь посилав їм людей, які щиро піклувалися про них. Ми їхали в город, в якому практично у нас нікого нет. Но сейчас мне кажется, что пол Киева – это наши знакомые, потому что каждый день у нас гости, каждый день кто-то приходит нас проведывать, каждый день кто-то звонит и материально заботятся. Это такая поддержка. Ничего дороже нет, когда вот люди помогают друг другу. Ксенія і Алла Паливоди приїхали з Феодосії, стародавньої Кафи, історія якої сягає часів Гомерівської Одіссеї. У минулі століття тут зупинялися на карантин чужоземні кораблі, велася активна морська торгівля. Та в усі часи найбільшою цінністю Феодосії було і залишається море. Воно захоплювало, вражало, надихало. І геніального мариніста Айвазовського, і автора «Червоних вітрил» романтика Гріна, життя і творчість яких пов'язана з цим містом. Феодосія в перекладі означає «Богом дана». Для Ксюші і Алли Паливод саме такою вона стала. Сюди вони переїхали з Дніпропетровська. Ми на 10-му етажі жили. Так захотілось дом на землі. И мы решились продать квартиру. Это было время, когда не очень дорого это все стоило. Квартиру продали, присмотрели дом, а тут надо было ехать в Западную Украину. Вони поїхали на лікування. А коли повернулися... Дом, который мы присмотрели, уже был продан. А потом произошел скачок цен. И мы продали, а купить не получилось. И мы жили у приятельницы 3 года. Потом в церкви 3 года. Из церкви мы приехали сюда, в Феодосию. Тут уже 5 лет живем. Приїхали вони в Феодосію на оздоровлення, а залишилися на постійне проживання. Ксюша так добре почувала себе біля моря. Тут їй легко дихалося. Вона не могла ходити. Але вона дуже любила плавати. Это удивительно, она в воде сама как рыбка была. В воде неотразима, это было так здорово. И на лице столько радости, и движения какие-то свободные. Человек, когда развивается, он в воде рождается тоже из воды. И вот когда в воду я ее на этом матрасе опускала, она оживала. Она преображалась и делала все, что нужно, и руками, и ногами. Я иногда отпускала ее, и вижу, что она не справляется. И ее подхватывала, но я давала ей возможность почувствовать себя вот абсолютно вот так вот в воде. Да, это здорово было. Мы получали огромное удовольствие. Мы любим воду, плавать любим, все это такая радость, это вообще так здорово. Море має особливу притягальну силу і свій особливий характер. Море любить міцних духом і витривалих. Я дивувалася тій силі духу, з якою Ксюша переносила всі випробування. В гипсі ми будемо 4 тижні. Кожну тиждень будемо преодолівати. Ми просимо терпіння. Нам зараз потрібно тільки терпіння, щоб витримати положення лежа в цьому гипсі, щоб у нас з'явилося нове кількість рухів, щоб ми могли переворачуватися. Ми зараз нуждаємося в внутрішніх силах, щоб цей резерв, який є у нас, реалізувався, іменно, щоб ми преодолели цей сложний період. Зараз найсложніший період після операційного.
Після цього дівчинку очікує ще одна операція. На її обличчі немає страждання, а є світла віра. Я видела этот сустав, который уже прооперировали. Он работает, он сгибается. И у нас таки есть надежда, что мы будем в колясочке сидеть и будем видеть этот мир из положения сидя. А потом, даст Бог, мы встанем на ноги, будем ходить. Потому что вот то, как развиваются события, то, как вот все проходит, все дает нам надежду, что наши мечты и стремления все сбудутся, что ребенок встанет на ноги. Что значит «бачити світ»? Хтось, перебуваючи в ньому щоденно, навіть не помічає, як розцвітають дерева і коли на них з'являються плоди. За земними клопотами людині ніколи підняти голову до гори і побачити незбагненну картину неба. І навіть біля моря не завжди вдається прислухатися до ніжного плескоту морської хвилі. Ребенок лежит, а хочется взять ее за ручку и пойти с ней пройтись. Все равно Господь помогает преодолеть те моменты тяжелые, которые вот наваливаются, которые давят. Все равно есть какое-то внутреннее вот сопротивление. Нет, вот мы не соглашаемся с этим. Это не для нас, это не наш диагноз. У нас совсем другое. Вот у нас будет так хорошо. Вот да, мы встанем и пойдем, и будем бегать, не только ходить, будем бегать, и будем впереди вообще всех бежать. Вот как-то вот такое стремление. Может быть, это с рождением страсть к жизни. Человек родился для чего-то. Он не может ходить, но он может что-то другое. Вот он не может петь, но он может что-то рассказать, стих. Он не может рассказать стих, а он может красиво изобразить что-то, нарисовать, например. То есть всегда можно в творчестве найти утешение. Когда человек занимается творчеством, он может уйти так в это творчество глубоко и далеко, что он забудет о том, что у него там ноги не ходят, он сидит в инвалидной коляске. Когда человек занимается творчеством, он дополняет свою жизнь прекрасным. И в этом есть утешение большое. Вот Ксения стихи пишет. Был у нас период, когда мы жили на 10 этаже, а лифт у нас не работал, и мы как птицы были отрезаны. И мы стали рисовать. Мы в то время изучали по энциклопедии «Жизнь моря» рыб. И мы нашли цветной вкладыш в энциклопедии, где были такие рыбы, и летучая рыбка, и рыбка-павлин, и еще какие-то совершенно экзотические рыбки. И нам так захотелось их нарисовать, мы их рисовали, раскрашивали, у нас получилась целая серия этих рисунков. Настолько открывался этот мир удивительно. Господь создал столько всего прекрасного, что мимо этого пройти нельзя, даже если ты болен. Все равно эта красота в тебе живет, ноги у тебя не ходят. Может быть, уши у тебя плохо слышат, глаза плохо видят, но ты ведь чувствуешь эту красоту через творчество, через познание. И жизнь приобретает смысл. И тогда наполняется таким яркими красками, звуками. И вот радость. И благодарность, конечно, Богу за этот мир. И за то, что мы можем чувствовать его. Что вот чувство у нас есть, и понимание есть, и стремление есть, и воля есть. Все Господь дает. Все Господь дает для того, чтобы преодолеть вот это вот недоразумение, нездоровье. Ксенія мужньо перенесла чергову операцію. Згодом їй зняли гіпс. Сейчас она делает максимум усилий. Она разрабатывает суставы, она хватается рукой за эту перекладинку, старается подниматься, садиться. То есть мы все делаем для того, чтобы к нам пришло новое количество движений, чтобы мы сели в коляску. И мы видим результат этих операций, и внешне в нее изменились линии тела. И по результатам мы видим, что все получается. Суставы работают, и в коляску мы сядем. Мы сделали операцию. Она поможет Ксении сесть. И, что особенно важно, снять болевой синдром. Прекрасно перенесла обе операции. Даже мы не рассчитывали на такое быстрое восстановление после операции, как организма в целом, так и нижних конечностей. Мы еще надеемся, что Ксения будет работать правой ручкой, которая до операции у нее тоже не работала. Сейчас назначено консервативное лечение. Тобі не буває гірко, що ти не можеш те, що можуть інші? Ні, не буває. Я стараюсь думати о том, що если я не могу это сейчас, то смогу в будущем. Есть такая надежда встать и пойти помогать кому-то, быть полезной и помогать людям бороться с горем. Коли тобі особливо тяжко, що тобі допомагає? Ну, мне вообще помогают в жизни две вещи. Мне помогает Господь, и мне помогает поэзия. Разные стихи, разные. Их заучиваю наизусть, и когда что-то происходит такое, что надо перетерпеть,
я начинаю их читать или молиться. Что-то из этого начинаю делать, и так легче. Настроение лучше. Забываешь о плохом, начинаешь думать о хорошем. А что ты відчуваешь, коли тобі співчувають? Я радуюсь, что люди имеют сострадание и стараюсь утешить их чем-то, сказать какое-то ободрение тоже тем, кто сочувствует. Так. Звідки у тебе така сила? Господь дает, молитва дает. И друзья тоже поддерживают. Это тоже хорошо. Вот важно, чтобы была вера в Господа, было много друзей. Ксюшу готовили до выписки. Девчинка родила. Дома буду заниматься зарядкой. Дальше буду изучать слово. Помогать семье. И буду выезжать на море, кормить птиц. А по вечерам буду выезжать на набережную и проезжать путь от дома до конца набережной и обратно. Вы должны приехать сюда опять, показаться, вот рассказать о наших успехах, потому что для того, чтобы сесть, это нужно пройти очень тяжелый курс разработки, и он не такой короткий. Ми приїхали в Феодосію, щоб побачити море очима Ксенії. Море, в якому вона дуже любить плавати, і про яке нині мріє в своїй невеликій кімнаті. Коли смотриш на море, то легче понять безконечності. На морі відбувається багато всього цікавого, і в морі можна плавати, можна знайти себе друзів, коли відпочиваєш. На море, на пляже. Можно собираться вместе и размышлять о духовном. В ее очах глибина и недитяча мудрость. Страждання и біль сховані всередині. Вона бачить не стіни, стелю, вікно, а барвисті картини життя, що відтворює її уява. У скромній квартирі, яку знімають мама з донькою, завжди затишно і тепло. Це вже третє помешкання, яке їм довелося змінити, повернувшись з лікування. Така реальність. Проте й на ці життєві труднощі вони не скаржаться. Господь нас сюди привів, щоб чому-то навчити, щось нам дати зрозуміти, способствувати росту духовному через страдання, через якісь ситуації, коли ти бачиш, що ти ще несовершенний. І тоді починаєш вже шукати причини, молитися і просити, щоб ізбавив Господь від тих черт характеру, які мішають нам бути Його дітьми і радувати Його. Алла – інженер, хімік, технолог за освітою. Часто вона згадує своє минуле. Я закончила металлургическую академию, химико-технологический факультет. И мы работали на большом металлургическом заводе в Липецке. Были живы родители, был сын, была молодость, зрелая такая молодость. Была работа, все было как у всех. И мечталось тоже вместе со всеми. Когда Сенечка родилась, тоже она требовала индивидуального ухода. Я работала и сторожем, и в гостинице работала. И уборщицей работала в большом спортивном комплексе. Ну, то есть такая работа, чтобы можно было и какие-то деньги заработать, и все-таки быть дома. Господь давал, усматривал все. Эти все 19 с половиной лет, это были не только огорчения. Для меня это были счастливые годы, потому что я узнала Бога. Потому что, когда у меня родился этот ребенок, мы нуждались очень в Божьей помощи, в Божьем водительстве, в Божьей любви. И мы это все осознали, получили. Меня взяли за руку, привели в церковь и сказали, не понравится, это твой выбор. А мне понравилось. Ксении было 2 года, когда мы в церковь пришли. 17 лет в этой среде с Богом было очень много радости, было очень много открытий, было очень много такого, чего я бы не поняла, не имея ребенка, который нуждается в таком индивидуальном уходе. И спасибо ей,
она дала мне какой-то новый толчок для размышлений, для чего я живу, как я живу, зачем, что вообще важно в жизни, а что второстепенно. До нашого приїзду Ксюша підготувала новий псалом. Если твой дух утомится в тяжкой житейской мене, вдруг не начнет ты молиться, даст это силы себе. Мы верим в то, что жизнь прекрасна, что Господь дал этот мир нам для познания себя и Бога. Божья воля, когда в нашей жизни свершается, и мы ее чувствуем и понимаем, и принимаем с благодарностью, вот в этом и смысл, в этом радость. Конечно, у нас есть конкретные цели – преодолеть нашу болезнь, бороться с ней, чтобы не дать ей наступить уже окончательно, подавить нас совсем, и дух, и тело, и все. Нет, Господь дает силы для борьбы, дает нам источник радости, дает нам надежду, и мы счастливы. Ксюша с мамою готуются снова ехать до Киева, продолжить лечение. Правая рука у нее зажата, она не может ее взять, она не может ею писать, она не может ею работать. Сейчас мы будем руку оперировать, для того, чтобы она могла делать свои функции, как рука. Господь дает крест и дает силы нести. Что такое жива вера? Это состояние души, состояние духа, когда ты понимаешь, что и Святой Дух работает над тобой, и Господь рядом, и подвиг Иисуса. То есть вот все это вместе, это такой источник энергии, радости, силы, понимаете, силы, которая дает нам возможность это все преодолевать. И я молюсь и говорю: Господи, дай мне силы, поделись со мной, напои меня чистой живой водой Твоей. Явный был ответ на мою молитву, на мое состояние. И мне Господь сказал: вот тебе, превозмочь, преодолеть, превзойти. То есть надо уметь подняться над ситуацией. Вот сейчас у тебя проблемы, да? Вот они такие тяжелые, как горы над тобой нависли. Вот сейчас вот все, вулкан, лава тебя все там смоет, вообще снесет, раздавит. А надо суметь приподняться над ситуацией. И тогда откроется новый горизонт. Может быть, будут другие задачи, тоже сложные, тоже, которые надо будет решать. Но горизонт будет шире, и у тебя будет другой как бы уровень понимания проблем. И вот придет решение, придет как бы ответ, что ты должен делать и как ты должен себя вести, и даже то, что ты должен чувствовать. Я прогулювалася набережною і годувала пташок, як про це мріє Ксюша. Я вірю, що мене час, і вона сама зможе це робити. Я вірю, дивлячись на непохитний оптимізм, стійку віру і життєдайну надію цієї мужньої дівчинки і її мами. Когда мы хотели делать съемку и показать, что уже у нас суставы работают, тазобедренные, да, что она может сидеть вот с помощью нашей вот этой замечательной кровати, она говорит: давай сядем в коляску. Я говорю: Ксения, как? И тогда уже сели и сидели. Я уже видела, что она держится рукой, что она сидит. Она мне говорила, что мне не больно, потому что я все время спрашивала: тебе больно? Нет, мне не больно. Мне кажется, она готова была внутренне. Вот она настроилась, наверное, может быть, очень сильно захотела этого. Це була її перемога над болем, над нерухомістю тіла, над собою. У неї ніби виросли крила. Я достигла того, чого должна була достичь. І я сіла, і в ближайших планах у нас прогулка. Я должна була сісти. Я сіла, но этого мало. І нужно молиться о том, чтобы встать на костыли, и чтобы я не нуждалась посторонней помощи, чтобы могла самостоятельно передвигаться и ни от кого не зависела. А что тебе радует? Жизнь. То, что много друзей. Что Господь с нами. Что есть у меня работа очень хорошая. Я работаю оператором в молитвенных группах. У меня 5 мест,
я должна идти подключать на служение людей. Господь дает смысл в этой жизни. Когда сердце наполнено любовью, тогда жизнь имеет смысл. Когда эта любовь направлена на ближнего, в этом смысл. И в этом великое утешение и радость. Это радость познания себя, это радость победы над собой, над своим «я», над своим «эго». И приходит понимание того, что мы живем не для себя, не должны жить для себя. Мы должны жить для ближнего, для другого. Мы должны отдавать себя и находить в этом радость. Море має свій особливий характер. Сьогодні воно спокійне і лагідне, а буває грізним і суворим. Море – це тайна. Море – це життя. В морі і глибина, і безконечність дають нам розуміння вічності, безконечності. Все має свої границі. А коли ви в морі, ці границі, вони зникають, і з'являється нове якесь представлення о мірі, о безконечності, о Вселенной, о космосі. Це необыкновенне чувство таке. Господь так сотворив цей мир і дав стільки нам різних красивих переживань, восторгів. Це все наша життя, коли наповнена цим, вона осмислена. Однажды будет миг чудесный, ты на облаке придешь. С собой возьмешь нас в дом небесный, по жизни вечной поведешь. И ангел сатану низвергнет в темницу мрачную на много лет. И все, кто князю тьмы служили, истреблены будут навек. Но те, кто Господу служили, жить будут вечно без конца. Любовь, надежду и прощение они получат от Творца. И в граде Божьем не будет печали, там не услышишь ты стонов, страданий. Места не будет разбитым надеждам, сбудутся светлые все ожидания. Не оставляйте мечты и упования, взоры свои устремляйте на небо. Да возрастет, да окрепнет та вера, что приведет вас к славе небесной.